Не происходит. Все по плану. Как вас зовут? Меня зовут Янге. А вы откуда? Я из Китая. О, нихао. Ну, смотрите, как интересно получается. Послушайте, Дима. Да, да. Я могу сказать. Я могу сказать твоими словами. Все по плану. Все по плану. Ничего необычного. Ну. Не принимайте сильно на свой счет, но правда, когда мы начали, у меня было ощущение. Я все понимаю, что вы говорите. Я понимаю. Да. Я понимаю, что вы понимаете. Я только не понимаю, зачем. Я думаю, что можно даже не вербальным языком разговаривать. Когда вы начали свое произведение сие. Да, вот. Оно уже точно было ощущение, что, точно. Что приближается реально из фильма. Помните, такой фильм был «Кукла Чаки»? И вот это медленно приближается со спины, подходит. Вот. И ты решил развернуться. Да. Просто, нет, чтобы не быть... Ну, я слышу потенциал. Ну, послушайте, да, ну, не, давайте плел, серьезно. Нет, если серьезно, понятно, что вы прям креативщик, слабо сказано. Не трогай кнопку. А что... Что у вас потенциал еще невероятный, в конце запланированная вот эта акция с выходом все выше и выше и выше. А была еще одна нота или... Была. Была, была. Была. Ты не стала, да? Нет. Нет, она была прозвучена. Была. Слушайте, скажите, вообще какую музыку, помимо того, что понятно, что вот эту, что еще? Я еще русский романс пою. Да ладно. Я знал! Александр Борисович, вообще-то это к вам шли. Да, да. Точно? Не дошли. Я пою русские романсы. Романс человек поет. О, вот это интересно. Вот это романс, он очень коротенький, и у него нет имени. Мне кажется, мало вообще кто его знает. А вы напойте сначала как? Давайте. Снился мне сад. Соль мажу. Под веничным упорем. В этом саду мы с тобою вдвоем.
ней.